Всем привет, и мы продолжаем приключения кота Тома в новом обновлении игры «Горящий Том 2». И что же нового добавили разработчики? Это твори волшебство, выучи потрясающие фокусы, береги снега и мороза, летай и собирай подарки на праздники. Что ж, супер, друзья, я думаю, сегодня мы все это с вами потестируем, но вначале отведем бедняжку кота Тома в туалет. Ой, пусть он пока делает свои дела. Ой-ой-ой, итак, что-то у него не получается, но я думаю, сейчас у него все получится. Итак, уровень, обличение у него поднимается. Вот, у нашего Тома хорошее настроение, но какой-то он совсем грязный. Так, давайте-ка я его хорошенько покупаю. Вот, возьмем для этого радиоактивное мыло. Вот, кстати, что-то у него не новогоднее настроение. Я думаю, сегодня мы это все исправим. Вот, кроме того, нужно котику дать зелье бодрости. Что-то он у нас какой-то сонный. Супер, отлично. И сейчас давайте-ка мы его накормим. Итак, добавили, интересно ли разработчики в честь Нового года какое-то особое блюдо. Но я думаю, стоит зайти в холодильник, если ничего интересного мы здесь не найдем. Итак, ничего я нового не вижу. Вот, итак, давайте-ка посмотрим, что же в холодильнике. Итак, все старые продукты. Ну, вот, давайте-ка я возьму мороженое. Вот, возьмем какой-то кексик. Вот, было бы неплохо. Вот, пудинг. Вот, кусочек пиццы и апельсина нам тоже не помешает. И да, смотрите, какие потрясающие вкусняшки. Это все я покупаю. Ну и на этом, в принципе, мы и остановимся. Вот, кстати, было бы неплохо в блендере сбить тортик и посмотреть, что из этого получится. Итак, я хотел вообще-то сбить вот шоколадный тортик и вот такую вот розовую конфету и посмотреть, что получится. И появился особый напиток со звездами. Ох, что это случилось, друзья? Что это случилось? Миксер сломался. И как же его починить? Ну, давайте-ка я его починю. И что произошло, друзья, я не понял, что произошло, но попробую как-то совместить кексики. И опять, друзья, у нас поломка. Опять поломался миксер. Что это за неприятности? Кстати, раньше такого не было. То ли это разработчики что-то новенькое такое придумали, или в чем дело, я, честно говоря, не понял. Ну, как-то так. Ну, давайте-ка напоим нашего кота Тома. Вот, и что-то напиток у него ему не понравился. А, кстати, друзья, какой-то у нас очень уж большой. Вот мне хочется сделать его поменьше. Поэтому давайте-ка я дам ему зелье маленького котенка. Вот, чтобы он уменьшился вот так намного няшней, прикольней и забавней. Вот, супер, друзья. Итак, настроение что-то нашего котика не очень. Было бы здорово поменять. Кстати, посмотрим, не добавили ли разработчики что-то интересного. Вот, особого ничего я не заметил. Так и как вот качалка у нас осталась. Баскетбол остался. Вот, батут остался. И груша тоже осталась. Вот, ну и барабанная установка. Что ж, ну а сейчас я хотел бы заняться тем обновлением, которые добавили разработчики. Вот, непонятно, правда, мне, кстати, что делать со снеговиком. А, друзья, он разрушается. Вы видите, я по нему покликал, выпала морковка, вот, и он просто разрушился. Ну, как-то так. Итак, друзья, вот не совсем я понял, где посмотреть, где мы можем увидеть, что у нас с обновлением. Вот, ну, пока давайте-ка я попробую пойти в гардероб. Вот, возьмем какую-то снежную шерсть Тома. Так, черно-белую, бурую, мех ягуара, свечащая шерсть феи. Вот, мы ее используем для Нового года, либо белую шерсть. Шерсть из ситана, мне кажется, не подходит, да и раж нужная, и конфетная тоже. Итак, на новогодние праздники давайте-ка я сделаю нашего Тома вот таким вот необычным. Вот, кроме того, давайте-ка посмотрим, нельзя ли что-то сделать в новогоднем стиле для нашего котика. Итак, что мы можем поменять? Итак, конфетный заснеженный дом. Да, да, вот он. Отлично. Итак, заснеженная улица. Супер. Вот, что у нас с сундуком? Вон сундук со звездами. Отлично. Ну и сейчас мы все сделаем с вами в новогоднем стиле.
Вот, рождественская приставка. Вот, сделаем еще хрустящий снег. И дизайнерский ковер я тоже заменяю на коврик-снежинку. Итак, друзья, смотрите, как прикольно все у нас получилось в новогоднем стиле. Ну, по крайней мере, вот улица. Вот давайте-ка мы кухню тоже сейчас внесем изменения. Вот я тоже сделаю все в новогоднем стиле. Итак, мне нужен вот холодильник. Вот сейчас мы его поищем, чтобы был морозный прикольный стиль. Итак, друзья, неужели у нас нету? Походу, друзья, нету, нельзя ничего. Я такого не могу найти. Вот из стиля, где были снежинки. Вот в доме ничего нету изменения. Разве только сделать каким-то ультрасовременным. Но у нас и так все вот современное, поэтому как бы не имеет значения. Вот я думаю, вот здесь на улице мы попробуем что-то изменить. Итак, попробую поменять внешний вид. Да, зимние миры я могу изменить. Вот летающий домик я попробую изменить на рождественское логово. Вот самолетик попробуем сменить, если что-то похожее попадется. Скорее всего, нету. А нет, есть Сани Санта, есть. Удалось сменить. Вот и удалось опять же сделать хрустящий снег. Это у нас улица. Кстати, очень круто и здорово вот смотрится. Кстати, мы можем заправиться самолетик. Давайте-ка и на санях Санты отправляемся в путешествие. И да, друзья, вот у нас появились какие-то призы, что здорово радует. Вот, кстати, взял я подарок от Деда Мороза. Что здесь у нас? Еда. Вот, ага, это у нас для улучшения, для стрижки питомцев, звезды. И да, давайте-ка посмотрим насчет фоусов. И есть дубликат елки. Вот, есть монетки. Кстати, давайте-ка мы разукрасим елку для нашего Тома в этом новом обновлении в честь вот предстоящего Нового года и рождественских праздников. Итак, где же наша елочка? Сейчас мы ее разрисуем. Если, конечно же, найдем. Так, пока не вижу. Пока вот ищем. Ракета, робот. Вот это у нас кольца Сатурна. Настолько я помню. Вот, итак, а где же елочка? Вот есть снеговик. Ага, елочка уже, друзья, у меня раскрашена. Тогда давайте-ка я разукрашу снеговика. Вот это, правда, это стоит все 300 кристаллов, но я думаю, этого будет достаточно. Итак, давайте-ка посмотрим, какие у нас когда-то были со звездами. Вот были со звездами карандаши. Мне кажется, это будет круто. Вот смотрите, вот таким вот карандашом задний вид я сейчас разрисую. Смотрите, как круто, здорово это все получается. Вот просто великолепно. Вот, давайте-ка я еще желтым попробую как-то вот разрисовать нижнюю часть. Ну, слишком, конечно же, как-то ярко получается, но мне кажется, с другой стороны, это довольно-таки прикольно. Вот, отлично. И я еще верхнюю часть вот тоже разрисую звездами. Смотрите, как забавно это все получается у нас. Вот, что относительно снеговика? Ну, шапочку я сделаю ему какую-то яркую. Давайте-ка шапочку сделаем ему красную. Вот так. Вот, отлично. Вот еще. Думаю, было бы неплохо попончик вот на шапочке нашего снеговика тоже сделать каким-то необычным. Вот, хотя, в принципе, красный цвет был бы неплох. Вот, ну, давайте-ка я пока начну с пуговиц. Вот пуговиц сделаем черными. И шарфик для нашего снеговика мы тоже сделаем красным. Вот. Попон я сделаю красным. И вот кантик для шапки я бы хотел бы оставить вот каким-то... Давайте-ка я сделаю темным цветом. Как-то так вот. Ну что ж, вот такой вот забавный снеговик. Мне кажется, неплохо у нас получилось. Вот посмотрим, как он будет выглядеть на картинке. Это, конечно же, здорово. Но, честно говоря, друзья, елочка мне больше понравилась.
Вот давайте-ка я поставлю елочку, так, которая у нас уже была разрисована. Вот хотя, в принципе, неплохой вариант. Снеговик, мы его неплохо разрисовали. Но пока я сейчас активирую елочку и ее оставлю. Да, вот. Вот классный вариант, не хочу ничего менять, пусть будет пока елочка. Вот, отлично. Итак, вот к Новому году мы практически уже подготовили нашего котика. Вот, осталось мне разобраться с фокусом. Вот, согласно нового обновления, что это за новая фишка? Итак, что это у нас за фокусы? Это у нас игры, где мы можем играть с нашими питомцами. Игры это супер. Вот, но что относительно фокуса, друзья, я не понял. А кто уже разобрался, пишите в отзывах, в комментариях. А я пока вот поиграю с питомцами. Давайте-ка попробуем сбросить Шугера в воду. По-моему, вот так зовут этого питомца. Итак, еще натягиваем рогатку, ждем. Вот, и я промахиваюсь. Ничего страшного. Итак, ждем. Выстрел, отлично, и опять его в воду. Забавно. Забавно, играем интересную игру, выстрел и промах. Вот, кстати, что-то неаккуратно рогатка выстрелила. Отлично, очередной питомец. Кстати, там набирается шкала. Вот, для чего шкала не набирается, опять же, непонятно. Ну, сейчас давайте-ка я наберу полностью шкалу. Вот, нет, что-то она слабо набирается. Итак, давайте-ка еще поиграем с другими играми. Итак, можем постричь, можем покататься. Ну, давайте-ка я постригу немножко очередного питомца. Итак, вот давайте-ка сделаем вот такую вот необычную прическу. И вот, вот здесь вот так. Вот, и сделаем вот такие вот рожки для нашего Шугарта. По-моему, так зовут этого питомца. И так, что же у нас получилось? Не знаю, где-то еще те волосы, что мы делали. Кроме того, давайте-ка поиграем с джетпэком. Вот в этой игре нужно вот два сопла. Так, друзья, прошу прощения, как-то совмещать, чтобы они равномерно с вами попали. Итак, давайте-ка я попробую. Вот так как-то. Ай-яй-яй-яй. Итак, что-то наш герой неаккуратно летит. Вот, и так не попадает в зону, в которой надо нам его держать. Вот, и так пробую установить как-то, чтобы он был в этой зоне. Вот, что это было, Шугарт? Вот, отлично, есть, накопили достаточно энергии. Вот, еще попробую сейчас его остановить в этой зоне. Вот, еще чуть-чуть, ну куда же ты, дружище? Вот, отлично. И есть. Итак, еще один раз. И чуть-чуть не хватает. Ну что же ты, дружище? Вот так. Ну-ка, есть. И уходит. Уходит, к сожалению. Вот, накапливаем. Как-то так. Отлично. И что же? И не получается. Вот, уходит. Наш питомец. Ну, как-то так. Вот, я думаю, друзья, сейчас еще один раз наберем. Вот, как-то так. И что же получится? И пусть работает. Вот, шкала. Активируем. Еще чуть-чуть капельку. Ну что ж, как-то так. Вот. Ну, не знаю. Не всегда получается, почему-то не срабатывает. Что ж, здорово. Итак, друзья, я с фокусами не разобрался. Кто в курсе, пишите в отзывах, в комментариях, как их активировать. Я пока что-то не могу разобраться. Итак, нам предлагают вот еще. Ничего себе, наш Том замерз, друзья. Смотрите, как забавно. Он замерз, его придется сейчас размораживать. Вот, добавили разработчики вот такую фишку. Вот прикольную. Оказывается, наш Томушка может замерзнуть на улице. Вот, забавно. Забавно. Итак, давайте-ка я еще его посажу в сани. Вот, отправимся еще где-то на поиски подарков. Вот, вы видели в начале видео, я показывал обновление относительно подарков. Кстати, что еще у нас здесь за подарок? Или надо куда-то летать? Итак, видите, очередной подарок. Ну что здесь? Итак, еда.
Вот джетпэк, музыкальный инструмент, плюс монеты, плюс звездочки, плюс еще снеговик и монетки. Вот это все у нас пока есть. И я хотел бы еще слетать с нашим Томушкой, ну, просто в обычную локацию. Но с фокусами я, друзья, не разобрался. Итак, нуждаюсь в вашей помощи. Пишите в отзывах, в комментариях. Да, давайте-ка еще отправлю нашего Тома в конфетное царство. Ну, какое празднование без конфет? Вот, что у нас здесь? Еда, это супер. Вот еще игрушки для помощника, монетки, плюс звездочки, плюс коврик-леденец. Супер. Итак, нам предлагают его попробовать. Ну что ж, давайте-ка я попробую выбрать. И да, мне еще интересно было, друзья, нельзя ли здесь использовать какую-то морозную вот коврики. Нет, видите, их здесь нет. Только можно было использовать то, что на улице. Что ж, неплохо, пока мы здорово подготовились к Новому году, а вот относительно подарков и фокусов я не понял, как их можно активировать. Кстати, возможно, на приставку что-то нажать. Вот, что у нас с играми? Итак, подводные приключения, страшный поиск, космические черви, еще множество других игр, но это пока все, что у нас есть. А как же нам активировать подарки? Возможно, друзья, вот на эту коробку с подарками нажать. И вот я нажал, опять же, запускаются игры. Я не понял, как мы можем активировать подарки. Вот, кроме этих игр, которые у нас есть по умолчанию, больше я просто не пойму, как мы можем это все активировать. Поэтому, кто в курсе, пишите в отзывах, в комментариях, как мы можем... Вот, активировать подарки. Очень интересно. И я надеюсь, в следующем видео мы это сделаем. И да, давайте-ка нашего Тома приоденем в эльфа. Вот, раз уже у нас идет все к Новому году. Вот, потестируем ему костюмчик эльфа. Итак, вот нам нужна зимняя одежда. Вот сейчас мы поищем. Итак, шерсть я не буду выбивать обычную, хотя эта шерсть немножко не сочетается, но он такой какой-то голубой, прикольный, что, мне кажется, должен подойти этот наряд. Итак, забавный костюм, а вот и костюм эльфа. Вот мне нужны очки эльфа, кстати, вот сразу же взял радужные очки. Ну и вот еще какая-то шапка с помпоном. Ну, вот такой вот няшный Том, давайте-ка я его... сфотографирую. Ага, друзья, это нужно Wi-Fi отключать. Вот, отлично. И кроме того, мы можем поиграть с питомцем. Вот, кукла-череп. Ага, вот, кстати, я могу ее менять. Страшная кукла. Ну, тоже можем купить. Кукла-эхо. Забавно. Вот, полосатая кукла. Ну, денег пока хватает, мы можем купить все эти куклы. Итак, друзья, покупаю абсолютно все куклы. Хотя, вот дальше, видите, мы можем уже... Ага, дальше я уже не могу выбирать или могу. Непонятно. Ну, как-то так. Что ж, да, вот меняем и меняются куклы. Вот, либо кукла-череп, либо страшная, либо кукла-эхо, либо полосатая кукла, либо кукла вверх ногами. Ну, в принципе, все прикольные. Вот, это, конечно же, все здорово, но как мне, друзья, вот с нашим Томом поиграть в фокусы, я до сих пор не разобрался, поэтому буду ждать от вас отзыв и комментарии. Ну, а под конец видео давайте-ка немножко еще вот сыграем какую-то интересную игру. Жаль, нету здесь игры, присвяченной Рождеством, хотя вот «Ледяной удар» есть игра. Вот в новогоднем и в зимнем стиле. Хотя здесь все очень просто. Здесь просто при помощи пушек мы разбиваем вот кубики, вот квадратики с разными интересными плюшками. Вот, и без проблем побеждаем. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что мы сейчас это проделаем. Итак, вот как-то так. Давайте-ка сейчас я попробую уничтожить. Вот. А ну-ка, друзья, давайте-ка вот как-то так. Итак, неудачно. Ну, возможно, вот сейчас как-то мы сработаем. Вот, отлично. Итак, здорово.
Вот, супер. Ну вот, уже хорошо. Остается очень мало кубиков. Вот, здорово. Вот, а ну-ка давайте-ка еще как-то так. Вот, отлично. Ну что ж, замечательно. Итак, еще раз пробуем. Вот, здорово. Итак, удается разбивать те квадратики, что, конечно же, тоже радует. Ох, ничего себе, и нам удалось все разрушить, и мы продолжаем действие. Так, давайте-ка я попробую как-то вот так. Вот, да, здорово. Итак, все разрушено. Вот, ждем продолжения, когда будут нависать на нас квадратики, а мы вот благодаря нашей пушке будем уничтожать всевозможные препятствия. А ну-ка, вот как-то так. Давайте-ка я попробую сейчас подобрать угол атаки. Вот. И благодаря этому углу атаки мы сейчас вот попытаемся уничтожить вот все, что возможно. Ну вот, тоже, я считаю, очень даже неплохо. Вот. Супер. Ну, честно говоря, слабовато. Я рассчитывал на более глобальные и разрушительные действия, но, тем не менее, тоже очень даже неплохо. Так, а ну-ка, друзья, давайте-ка вот так. Вот, ну, тоже как бы неплохой вариант, но можно было ожидать и лучшего. Вот сейчас постараюсь при помощи аккуратного удара уничтожить большинство препятствий. Вот, а ну-ка вот так. Ах. Ну вот, прошел один шарик, но он попал не туда, куда я хотел. Вот сейчас еще нужен повторный выстрел. Вот, правда, он, мне кажется, будет не очень аккуратненьким. Ну, как-то так сейчас все равно попробуем. Так, вот. Вот, отлично. Итак, прошли мимо шарики и попали не туда, куда я хотел. Тем не менее, результат неплохой. Итак, пробуем. Вот так как-то отлично. И не тот результат, опять же. Не тот результат, что я ожидал. А вот теперь сейчас мы попробуем как-то вот так. Итак, здорово. Куча разрушений, но опять же, это не то, что я хотел. Есть, вот, удачный выстрел. Вот множество шаров нанесли повреждения. Вот цепочка из квадратиков двигает, а мы продолжаем разрушать вот при помощи нашей пушки эти ледяные глыбы. Вот так, замечательно. Итак, вот смотрите, сколько шариков, куча разрушений. Вот остался только последний кусочек. Что ж, ничего страшного. Вот я попытаюсь вот благодаря этому кусочку как-то сейчас. Вот так, а ну-ка, есть. Итак, произошло тотальное разрушение. Вот еще попытаемся как-то вот так проделать. Вот, здорово, отлично. Итак, еще один хороший выстрел, и все у нас будет здорово. Вот так, замечательно, отлично. И еще, а вот дополнительный выстрел. Давайте-ка я попробую что-то сделать. Вот, ну, как-то так. Вот сейчас. Вот не очень аккуратно здесь получается. Ну, вот, давайте-ка попробуем. Ну что ж, в принципе, мне кажется, друзья, мы с вами неплохо сыграли уже эту игру. Вот, давайте-ка я уже прервусь. Вот, чтобы не утомлять, не удлинять видео. Что ж, друзья, сегодня я приключение нашего любимца кота Тома завершаю. Вот, в принципе, очень прикольный, забавный он у нас сегодня получился. Пишите в отзывах, в комментариях, какого вы хотите увидеть Тома в следующем видео. Я с удовольствием ему сделаю. Да, давайте-ка, кстати, посмотрим, что у нас есть с шерстью. У нас открыты уже все шерсти. Вот, открыты все костюмчики. Вот, я уже, в принципе, все разблокировал в предыдущих видео. Вот, обновление, в принципе, мне понравилось. Довольно-таки здорово прорисовали зиму и все остальные локации. Вот только я, друзья, не понял с фокусом.
как их вот активировать. Вот поэтому, кто в курсе, пишите в отзывах, в комментариях. Ну, а я сегодня на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, вот, что я сделал не так. Вот, и, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч! Да, кто там?